Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Как видно, как слышно, если звук, если битрейды. Тут написано, что тут у нас разрыв какой-то, как всегда, ключевые кадры отправляются недостаточно часто. Напишите, если звук, если видео давно не стримил и уже разучился, как это делать. Значит, какие-то ошибка может идти в общем с разрывом. Да, все нормально, все наконец-то, да, все окей, ну, значит, быть добру, быть добру. Хай-ю-хай, хай, фитнесеры! Всем привет, всем привет, значит, давно не виделись, и сегодня у нас предновогодняя трансляция, но не, значит, не, чтобы поздравлять друг друга, понятно, тематическая лекция, да, называется «Белковая волна-2023». И, соответственно, давайте все-таки 20 человек, 19 лайков. Жмите лайки. И кто не подписан на канал, подписывайтесь, жмите колокольчик, втыкайте колокольчик, чтобы вы видели фильмы, стримы там и так далее. Вот сообщение пришло. Значит, ребят, если кто-то хочет отблагодарить канал, да, прислать какие-то донаты, я вот прикрепил Лучше, конечно же, по номеру телефона. Сбер вот вверху прикручен. Кто, значит, других стран может... Вот следующая ссылочка, вы видите, Донатей. Вот это ру через донат. В общем, да, привет, Сереж. Кто хочет отблагодарить и прислать на вдову Клюко, то, пожалуйста, лучше по телефону. Я как раз буду видеть, что если вы будете донатить, писать добрые слова или пишите добрые слова через The New Donate Play. В общем, любые варианты принимаются. И помним, что всякое даяние благо. Значит, у нас лекция, давайте начнем, ну, не в 10 минут, конечно, 10 минут не будем собираться, 5 минут на сборы, пишите свои вопросы, пишите пожелания, пишите поздравления в чате, и, соответственно, можно еще раз платно отблагодарить, прислать на вдову, да, там можно прислать на что угодно. И, соответственно, можно просто задать вопрос, если вопросы какие-то имеются. 31 человек, 27 лайков. Ну-ка, лайки нажмите. Нажмите лайки хотя бы. Вот. Значит... Алекс, привет, да, добрый вечер. Значит, сегодня у нас небольшая такая интересная лекция. Подведем некие итоги последних работ по белку, да, недавно. Ну, на самом деле, был, вышло за последний там месяц, наверное, два множество работ по белку. И мы как раз резюмируем эти работы. Резюмируем эти работы, посмотрим, как всегда, что там есть интересное, что-то занимательное. В общем, если буквально давайте 2-3 минутки. Если вопросов не будут, то мы начнем лекцию. Если вопросы будут, то, соответственно, не будем немножечко отвечу на вопросы. Так, 31 человек, 29 лайков. Нажмите. Куда-то один каждый раз выбивается. Что хотел бы, ребят, сказать. Что хотел бы сказать, что я хотел сказать, что я хотел сказать. Вот у нас недавно, 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 вот дайте-ка я покажу. Подождите, а как мне сделать? Я вот это забыл. Ребята, я вот забыл. А, вот, я, я вспомнил. Вот так. Значит, недавно у нас был фильм. Ребята, у нас недавно был фильм. Вот видите, я разучился уже пользоваться ОБС. Значит, недавно у нас был фильм, а фильм был вот этот, обратите внимание. Называется этот фильм «Аэробная разминка для тренировки с отягощением. Друг или враг?». И вот, э, кто не посмотрел, посмотрите, QR-код или название наберите. В общем, э, что, что меня очень удивило. Но это традиционно у нас бывает такая вещь. Значит, у меня удивило что? Что если вы зайдете и почитаете комменты, то достаточно много комментов пишут, что я кардиоразминку делаю для профилактики травматизма. Но я же перед этим вам один фильм прислал. Потом, соответственно, послал вас почитать статью, которую мы недавно написали. Разминка для спортсмена, друг или враг. И я же вот вам сказал и сто раз, уже 28 раз написал. Вы просто не хотите ничего делать, понимаете? Не почитать статью, что эффект разминки на снижение уровня травматизма является спорным и недоказательным. То есть нет доказательств, что я буду разминаться и у меня там, количество травм уменьшится. А люди опять пишут, я делаю разминку только для того, чтобы снизить количество трав. Ну, Ребят, ну это доказывать надо. Парень вон написал, говорит, э -э, мне, мне не надо ничего доказывать. Но если не надо ничего доказывать, есть такие каналы, где там ничего не доказывают, а просто вот, знаете, дождик пошел, значит, нужно разминаться, да, там, ну еще что-то, ну, ну какие-то такие вещи. Здесь-то канал научный, ребят, здесь каждый раз нужно что-то доказывать. Поэтому мы не знаем, может быть, действительно разминка, значит, снижает риски травм. Может, не снижает риски травм? Мы пытаемся разобраться в, в явлении, да, а вы уже все знаете. Ну, если вы все знаете, зачем вы смотрите, приходите на этот канал, правильно? Заведите свой канал, давайте всем какие-то рекомендации. Спасибо, Влад, Серж, привет, Всевет. Роман, привет, всем привет, всем привет. Так, все видно, все слышно, да, вроде бы я смотрю, потому что уже разучился стримить, уже половину не знаю, куда нажимать, думал, не запущу, но вроде бы все пока более-менее в Ютубе осталось по-старому. Значит, 35 человек, 35 лайков, молодцы, значит, можно отблагодарить, послать, значит, донат по Сберу, по номеру телефона, если кто хочет, 40 человек уже. Вот, можно через ссылочку вот это тоже донат.ру послать. И, соответственно, помним, что всякое даяние блага. Так, вопросов вообще сегодня не будет, да. То есть, все тут одни, все крутые. В принципе, все все знают. Какие-то пожелания, да. То есть, в принципе, наверное, все все помнят, все все знают. Разминка белый лист в доказательной медицине. Да, Ром, так и есть. Ну, так и есть. Конечно. Алекс, да где я? Чё, постоянно накидал на канал, работаю, все, все как бы по-старому. Кидаю, соответственно, вам фильмы, смотрите и здесь, и, значит, и на Бусти, и в ВКонтакте. Все, я фильмы постоянно пощу. Так, сколько у нас времени? Три минуты. Ну что, давайте начинать, наверное, да? Раз вопросов никаких нет, пожеланий никаких нет, то давайте, наверное, будем э, начинать. Добрый вечер, Ген, привет, привет. Или еще подождем, подождем пару минут. Давайте, давайте пару минут подождем, наверное. Вот, и соответственно... А Б Слово пацана посмотрели? Ну нет, это такое я не смогу. Нет, Серж. Нет. Фильм про Шваганду. Фильм про Шваганду давно вышел на Бусте, ребят. Макс Фил. на Бусти. Если вы зайдете. Фильм про Шваганду, значит, давно записал, уже, наверное, месяц назад. На Ютубе выйдет другой фильм про Шваганду, но через, я думаю, где-то через месяцок потому что у меня там есть кое-какие мысли, вот, я сейчас, ну, давайте даже рассекречу, я пишу, сижу статью про ашваганду, поэтому, как я вышлю эту статью в Ваковский журнал, как Ваковский журнал опубликует, я тогда запилю новый фильм про ашваганду. А так про ашваганду фильм месяц назад, по-моему, записан, лежит на бусте. Поэтому вот на Ютубе будет фильм, но где-то через месяцок, ребят. Он будет другой. Да, да, да. Сейчас, вот уже два дня, мы там, а на самом деле уже неделю пишем фильм про Шва... фильм, <с> <с> статью Ваковскую про Шваганду. Вот ее напишем, опубликуем, и тогда, соответственно, выйдет фильм. Так, ну что у нас еще? Какие у нас еще? Значит. Бокс, бокс. Кто вчера вечером смотрел вечер бокса? Я до ночи смотрел, но уже Джошу не, сил не хватило. Джошу не смотрел. Всех посмотрел, кроме Джошу. Вот. Ну, в принципе, ничего там такого не прозевал. А про Фадоги Агрестис не собираетесь снимать? Андрюш, пока нет мыслей таких. Пока нет, нет мыслей таких. Ну что, 5 минут, давайте, наверное, начинать. Если вопросов нет, пожеланий никаких нет, то давайте начинать э, наш с вами лекцию. Лекцию, как я сказал, сама лекция называется «Белковая волна-2023. Резюме нескольких исследований за последний месяц-два, которые вышли, на мой взгляд, достаточно интересные, которые можно так по крупиночкам, соответственно, разобрать». Начну с простенького, давайте, чтобы размяться, чтобы привыкнуть, начну с простенького обзорчика, такой, ну, как бы не систематический, не мета-анализ про простенький обзор, который хвалит Вей протеин, говорит о том, что он, как мумие, практически от всех заболеваний. От всего, от всего, вот вы видите, да, и депрессион снижается у вас, потому что триптофан повышается, серотонин-продакшн, значит, увеличивается, когнитивная работоспособность, все, и абстрактная память улучшается, стресс падает, но пролактин там снижается, кортизол, не знаю, чего-то там. И главное, начинать хорошо спать. Вот если вы начинаете кушать вей протеин, то хорошо спите, когнитивный, вот видите, как память. Начинаете гомера читать прям наизусть, представляете? То есть если, еще раз, пить вей протеин, гомера, выучите язву, гнев, богини Воспоя, Хелес, Пелеева, сына. Будь прям в общем, вот так, вот так. Может быть, и, уже и детям надо давать. Но, э, но это шутка, но это не точно так. Вот, Это шутка. То есть потом скажет Мирошников, детям прописал протеин. Вот, ребят, вот так. Вот видите, как. И если вы мышь, это если вы человек, на зелененькую смотрим, да, на зелененькую. Если вы человек, а если мышка, то тоже там свои ВИЧ какие-то. Плюсики тоже будут. Поэтому вы определись, вы кто, мышка или человек. И мышки и человеку, в принципе, вейп протеин полезен. Даже описываются вот такие интересные картиночки. Вы видите, как воздействует вейпротеин и на мозг, и на аппетит, и, значит, на ЖКТ. Да? Вы видите, инфламинейшн, все это пропадает. Все, в общем, ну, Полностью как мумиё. Я думаю, если мумиё вот так поставить, или, или витамин D, или, значит, соответственно, э, омегу-3, вот, в принципе, рисунок можно идентичный оставлять. И, в общем, когда вот это все видишь, вот, просто честно, я всегда улыбаюсь, веселюсь, просто достаточно интересно. Так, что тут Роман написал? Как вы считаете, основываясь на высших степенях доказательств медицины, мы получили ответ на ну, для большинства интересующих людей моментов по типу разминки сауны. Ну, хоть с Омегой разобрались. А, моментов по типу разминки сауны. Ром, давай оставишь, потому что как бы большой ответ. Давай я сейчас лекцию закончу и отвечу, потому что большой вопрос у тебя. Так, хорошо. Следующий, следующее исследование, которое ну, практически перепостили все адепты э, РТ Resistant Training, да, это и Шонфилд. И, значит, кто только не перепостил. Ну, я не знаю, наверное, не было таких людей, которые не перепостили данное исследование. И даже Андрюша Замятин в своей группе тоже его перепостил. И э, необходимо нам, естественно, если вы не видели его, разобрать. Ну, все тут, я уже не знаю, да, говорю, все, блин, и, и Хосе Антонио, и, значит, Филлипс, и все, 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 все. Вся братва современная, научная. Так, ну что, давайте, э, называется это работа, большущая работа, очень сложно читаемая, поэтому какие-то вот тезисы только. Анаболический ответ на прием белка после тренировки не имеет верхнего предела по величине и продолжительности. Значит, сама работа вот перед вами. Я, естественно, ВКонтакте все это размещу, как только у нас закончится наш стрим. Я ВКонтакте все PDF, которые вот мы сегодня рассмотрели, я их размещу и вы очень, ну, если будет интересно, естественно, почитайте. Но на самом деле нечитаемая работа просто, но ну, очень сложная. Во-первых, само распределение, где что, блин, замучаешься искать. Ну, ладно. Значит, 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 значит. А, подождите, это кинетик лицина. Подождите, а почему я его так поставил? Нет, ничуть, ребят, нет, 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 нет. Вот, 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 вот. Перепутал, перепутал. Один слайд. Вот эта работа. А кинетик лицина потом. Вот эта работа. Значит, давайте сначала посмотрим, кто же авторы данной работы. Ну, самый известный автор, вот этот Тромелен, Тромелен. Тромелен, ну, кто такой Троммелин? Ну, он пишет всю свою сознательную жизнь, как и Филлипс, да, он пишет про белок. То есть, он прям Philips номер два или Philips номер два Трамеллен, да? То есть вы видите это и, значит, что тут? И Данон, и, значит, ну тут все, Фрисленд Компани, значит, ну все-все-все, Спорт Нутришн и так далее, Трамеллен. И если вы проанализируете его все-все работы, ну он только о белке. Сидит в хорошей лаборатории, всякие вот эти... Транс, трансеры, да, может метить, меченые всякие белки и так далее. Хорошие, хорошее, всегда такие глубокие работы. В основном, инвитро, там, инвиво, да, какие-то вот такие запускания трансеров, да, и так далее. А кто еще, кто еще? Ну, на самом деле, если вы возьмете саму работу по конфликту интересов, сразу сказано, что, в принципе... Эта а, э, работа про, про оплачена Company. Freesland компании это все вот эти сейчас вы посмотрите э, белковые, значит, завтраки и так далее. Ну, а очень крупная компания. В Википедии, зайдите, там обалдеть, сколько различных у нее э, этих компаний. Так, далее, 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 далее у нас с вами. Далее у нас с вами ой, пропал, извините. А, вот этот доктор LGC Valun. Ну здесь тоже мы видим и PepsiCo, и значит Nutrition, и значит кто тут у нас посмотреть? И Kellogg, Kellogg это вот эти Nestle. Ну 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 понятно. Uh, поэтому вот эти, конечно, люди, они всю жизнь посвящают себя белку, всю жизнь посвящают себя белку, в принципе, как наш уже известный, любимый на нашем канале Стюарт uh, Филлипс, который тоже, вот, да что у меня пропадает, вот, Стюарт Филлипс, который посвящает себя, ну, вот, белковым всем этим делам, и, соответственно, они изучают белковые все дела, да, особенно вей-протеин, и, в принципе, свою жизнь посвятили вей протеин в общем, у нас такое вступление да, перед самой работой. И, соответственно, будем двигаться дальше. Итак, давайте вернемся к началу данной работы. И что же пишет Трумеллен? Ну, так как он первый автор понятно, он наверняка и пишет эту статью. Посмотрите: мнение о том, что анаболический ответ на питание во время восстановления после тренировки, является приходящим и имеет верхний предел и что избыток аминокислот окисляется, не имеет научных доказательств. Еще раз. Мнение о том, что анаболический ответ на питание во время восстановления после является приходящим и имеет верхний предел. И что избыток аминокислот окисляется, не имеет научных доказательств. А я вот думаю, да где же я видел, что имеет? И имеет научные доказательства. Вот. И поэтому... Э, да что же пропадает-то? Почему пропадает? Непонятно. Вот сейчас появилось. Появилось сейчас, не могу понять, почему -то пропадает. Мариус, АБ, меня что в черный список внесли? Мои вопросы просто исчезли из чата. Мариус, понятия не имею. А как я тебя внесу? Я читаю лекцию. Ну, не знаю. Значит, YouTube может быть каким-то образом, ты какие-то ссылки делаешь или что. Но это YouTube тебя банит почему-то. Значит, что-то ты как-то не так сделал. Я лекцию читаю, поэтому я не могу тебя внести ни в какой список. И если бы ты был в черном списке, ты бы не смог писать. Поэтому, если ты ссылки какие-то делаешь, то YouTube может тебя банить. Поэтому попробуй как-то перефразировать вопрос. Так вот, когда я увидел вот это сообщение, я, соответственно, вспомнил, думаю, да кто же мне говорил прямо обратное. И вспоминается вот эта интересная картиночка. Вы ее видите на экране. Да? Оказывается, сам и Тромеллен говорил о том, что куча белка окисляется в 2021 году. И окисляется, он назвал это какой-то, он назвал это э, схоластические какие-то вот эти дела, забыл, как называется. Он назвал это, что когда белок, много вы даете белка, то вы видите и печень, и, соответственно, брейн, неокортекс, и панкреатическая железа начинает очень сильно окислять э, аминокислоты. Это в 2021 году. Вот вы видите. И тот же Лун, и вот они вдвоем, два вот этих белковых магната, они об этом написали в 2021 году. А уже в 2023 году они говорят о том, что, что э, говорят, мнение о том, что белки окисляются, не имеет научных доказательств. Что-то забыли. Сами наговорили, а потом забыли. Два года прошло и, соответственно, подзабыли. Ну ладно. Ладно, бывает. Хорошо. Итак, что они сделали эти, эти исследователи? В настоящем исследовании мы всесторонне оценили временное разрешение постпрондиальной обработки белка в ответ на прием умеренных и неумеренных доз белка. С этой целью мы применили четырехкратный подход с кормлением и инфузией индикаторных вот изотопов. Ну, молодцы, они крутые и хорошие лаборатории. В сочетании с частым сбором образцов плазмы и мышечной ткани в течение 12-часового периода. Здесь мы подтверждаем нашу гипотезу от дозы зависимого увеличения величины и продолжительности доступности аминокислот, полученных из белка, а также скорости синтеза белка в мышцах и во всем организме с незначительным влиянием на окисление. То есть есть окисление, но незначительное. А там они говорят, вообще не научно. Ну и выводы. Выводы. Используя комплексный подход с приемом четырехкратного изотопного индикатора, мы показываем, что прием 100 грамм белка приводит к более сильному и более продолжительному более 12 часов анаболическому ответу по сравнению с приемом 25 грамм белка. То есть вывод достаточно простой. Кстати, у нас в России вот эта компания, компания, как она называется, вот, 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 вот это, Фрисленд Company, в России представлена компания Fruitis, вот этими фруктовыми йогуртами. Вот это как раз одна и та же компания проплачивает вот это исследование. То есть идея тут какая, еще раз, резюме, потому что так все сложно написано, простыми словами сказать, что если я съем 25 грамм белка, то будет один анаболический ответ. Если я съем 100 грамм белка, то будет уже другой анаболический ответ. Поэтому чем больше вы съедите, а если вы съедите килограмм белка, то представляете, что творится будет. Поэтому чем больше вы съедите белка, вот исследование говорит, да, можно уже экспериментировать. Килограмм, 10 килограмм белка съесть. Там уже взлетишь, будешь как этот, помните, Т-вирус, Umbrella Corporation, уже будешь раздуешься, вот этот Т-вирусник будешь ходить кричать старс вот поэтому вот интересно интересная работа и сразу все возбудились филипс бреда шонфилл все вау во блин как классно то есть чем больше ты ешь тем сильнее анаболический ответ белка вот это серьезно но но ребят но выходит недавно тоже интересная работа посмотрите внимательно Так, никаких ссылок я не давал. Я задал вопрос по Лунифин, имеется в принимать. Не знаю, Марис. но ну, я ничего не, я не удалял, ты же понимаешь, да? Ну, значит, что-то, блин, глючит. Глючит, значит, Ютуб. Глючит, значит, Мариус. Глючит Ютуб. Э и, соответственно, выходит интересная работа. Вы сейчас скажете, но это же работа про женщин. То есть идея у этих исследователей та же самая. Та же самая. Работа интересная финансируется министерством военным министерством. Представляете? То есть это военный, военные все э, ученые. Так вот, они задались вопросом. Таким же вопросом. То есть, если я дам э, сколько сейчас мы посмотрим белка, вот сколько-то они там, столько-то белка и больше белка, то вот этот MPC, а, анаболизм мышц будет э, при маленьком, при очень маленьком понятно, да? И тем более при каче, то есть одновременно качаются, но здесь женщины, но с точки зрения мышцы какая разница. Давайте посмотрим выводы этого исследования Министерства обороны. Итак, что же сделали? 24 женщины, прошедшие тренировку с отягощениями, выполняли такие такие, 3 по 8, 3 по 15, все они сделали. И посмотрите, кушали 15 грамм белка, 30 грамм белка, и 60 грамм белка после кача. Ребята, ну это же ценнее намного, чем э, то, что там Томилин э, просто померил. Хорошо. Не было никакой разницы между ответами на 30 грамм и 60. И они в этом исследовании пишут. Ну раз нет ответа разницы в 30 и 60, зачем пить 60? Это дорого, может быть вредно для почек, ну и так далее. То есть получается два разных исследований, которые вышли, но ну, практически в один момент. Но там мужчины, а тут женщины. Тут говорится, чем больше вы едите белка, тем больше анаболический ответ. А тут говорится, не надо есть много белка, достаточно 30 грамм после тренировки, потому что MPC также абсолютно отвечает, когда вы в два раза увеличили, соответственно, этот белок. Странное, странное явление, да, одни показывают одно, другие показывают другое, но у одних явный конфликт интересов, да, а у этих, ну, министерство, это военное министерство, ну, не знаю, насколько они заинтересованы в завтраках отдано. Поэтому мы что, мы будем наблюдать за этой вакханалией, да, и, соответственно, будем стараться смотреть на это с, со своей да, как говорят китайцы сядем у реки и будем э, ждать пока проплыв, проплывет вай протеин по нашей реке далее интересная работа Давайте-ка я отвечу на ваши вопросы, пока вы написали. Отдохнем немножко, да, и рассмотрим большущую работу, э, которая называется «Добавки сыворочного протеина и фактор риска сахарного диабета». И еще мы должны с вами про лицин. А куда лицин у меня делся? Лицин, лицин, лицин. Ага, еще одну работу про лицин рассмотреть не забыть. Так, хорошо, давайте смотрим на ваши вопросы. Значит, ну видишь, Мариус, написал же, все хорошо. Наверное, был глюк какой-то. Видишь, второй раз написал, все теперь видно. Значит, вопрос такой, имеет ли смысл принимать кламифен для повышения собственно тестостерона, используя его как альтернативу ГЗТ? Мариус, ну это нет доказательной базы-то поэтому. Поэтому я бы не стал испо использовать кламифен, потому что и побочные эффекты достаточно большие с него, и, соответственно, влазишь в дугу гипоталам с гипофиз яички, и, соответственно, результат, результаты от этого вмешательства, ну, твоя же, твой, твой же интерес поднять тестостерон и так далее, он тоже сомнителен. Поэтому не экспериментируй, лучше просто качайся, имей низкий процент жира, у тебя будет идеальный тестостерон. Так, Алекс пишет, в 24-м будем питаться только в протеином Скорее всего, да. Роман задает вопрос. Значит, вопросы доказать медицины, интересующих моментом типу разминки сауны. Но хоть с Омега разобрались. Значит, с точки со стороны бани сауны мы написали систематический обзор. Он выйдет, я думаю, в начале следующего года. Ну, после праздников. Вы, соответственно, его почитаете. Систематический обзор по бане, по сауне. Вот. И, наверное, может быть, если будет интересно, фильм по этому систематическому обзору и запишу. С точки зрения разминки, вопросов больше, чем ответов. И поэтому нужно это изучать, а не, не кричать. Лозунги, вот эти лозунги, им все давно значит, изучено, все логически, каким-то, кто-то как логически чего-то рассуждает логически. Ну, ребят, но ну это, ну это все логически вы рассуждаете, но мы, ученые, должны получать э -э 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 доказательства, да, то есть какие-то доказательства, а тем более доказательства, основанные на РКИ, правильно? На РКИ, а не на анекдотах малые на середину про бетаин, бетаин корреляция небольшая Бог есть небольшая но доказательная база небольшая Виктор лучше пока наблюдать но небольшая корреляция с бетаином есть но побочки от бетаина это повышение липопротеина низкой плотности то есть доздравствует да значит холестериновые бляшки и доздравствует да, поход к врачу и ранняя смертность поэтому овчинка вы, выделки не стоит. Так, ну что, переходим тогда к большой работе. И не забыть, напомните мне еще одна работа, а то она наверху, я ее пропустил, по лицину. А есть информация анаболический ответ на прием совместно с углеводами? Конечно, полно. Уровень инсулина выше в разы. Уровень инсулина выше в разы. Ты имеешь в виду вейпротен? Конечно, полно-полно. Так, ну что, давайте начинаем. Э -э, работа большая, вот эта. А почему эта работа большая? А потому что это umbrella review, ребят. Umbrella review. А что такое umbrella review? Это обзор систематических обзоров. Представляете? вышел в октябре 23 года еще раз Umbrella Review. Поэтому давайте-ка усаживайтесь поудобнее. Как говорится, времени, как всегда, мало. Вперед, вперед к знаниям. Ну, кто же написал это Umbrella Review? Ну, опять здесь и Beef Chickens, и, значит, Meat, и, значит, кто тут у нас? "Вей Protein Research Consortium. Чикен, в общем, ну все туда, тут все собрались. Ну, посмотреть, кто там еще. В общем, все Чикен, Гонорара, значит, Институт здоровья, Биф Чикен. Ну, в общем, все белковые, белковые магнаты решили от это Кэмпбелл, да, Кэмпбелл, вот этот, значит, написать Umbrella Дивью. Ну, будем, как говорится, изучать, что же делать -то? будем изучать. Биг и чикен. Так, э, критерии включения... Да что такое? Критерии включения, ребят. Разучился пользоваться, видите. Критерии включения. Значит, только РКИ. Систематические обзоры только РКИ. Это очень хорошо. Будут отсме... отсматривать кучу параметров. но они заявляют, что будут отсматривать кучу. Ну, в конце не куча, но много. Вот. И, соответственно, посмотрите еще только РКИ. Никакие исключения, то есть, никакие когортные исследования и так далее, и тому подобное. И, соответственно, все это будут, ну, все перед вами, это будут критерии включения систематических обзоров. Сколько же систематических обзоров вошло в эту амбреллу? В эту амбреллу? 13, ребят, 13 систематических обзоров. Вот представляете, сколько уже... Написали, да, сколько уже наделали белковые, белковые ученые. 13 систематических обзоров. Я что-то не думал, что так много уже. Видите, как иногда можно прозевать. Хорошо, хорошо. Давайте я себя уберу, я вам, значит, в табличку, как всегда, положу эти систематические обзоры. Вы их уже потом, если будет интересно, по крупиночкам рассмотрите. А я вам, ну, уже за вас это все сделал, чтобы вы как бы видели, что за обзоры входят в данный ревью. Э, Итак, поехали, поехали. Э, первая табличка есть. Без конфликта интересов есть с конфликтом интересов. Выводы основные перед вами, вы их, соответственно, по -по почитаете. И, соответственно, количество исследований РКИ, которые вошли в эти работы, также перед вами. Следующая табличка, то же самое мы видим здесь также есть с конфликтом интересов, без конфликта интересов. Количество исследований немного, всегда в обзор входит 14-14-10. Ну и основные выводы тоже, соответственно, видите э, на экране. Ну и, наконец, заключительная табличка. Здесь уже побольше есть в 2022 году 35 РКИ. Да? Здесь, например, в 2018 году вообще не указывается конфликт интересов. Где-то здесь есть какие-то, да, монголии, группы там и так далее. В общем, все вы это наблюдаете. Где-то есть исследования по 9, 13 и 31, например, в 2023 году, да, по снижению ИЛ, воспалительных вот этих всяких цитокинов Л6, ТНФ Альфа, некросок, опухоли Альфа. Вот тоже, соответственно, перед вами. Давайте... Ну, если будет интересно, ссылки на эти э, систематические обзоры также э, перед вами, если кому-то будет интересно разобраться. Но давайте сразу переходить к выводам. Переходить к выводам. Э -э -э... Среди 13 систематических обзоров включает 12 метаанализов. То есть один был систематический, а 12 метаанализов. Критически оцененных для этого общего обзора ни в одном обзоре не сообщался о каких-либо побочных эффектах. На самом деле эти обзоры вообще не отсматривали никакие побочные эффекты. На какой-либо зарегистрированного фактор риска, связанный с сахарным диабетом. В совокупности данные свидетельствуют о том, что прием добавок Вейп-протеина может улучшить несколько клинических показателей риска сахарного диабета, включая несколько показателей контроля глюкозы у людей, относящихся к категории лиц с избыточным весом или ожирением, а также с риском развития, метаболического синдрома или с ним. Три глицеридов у людей, относящихся к категории лиц с избыточным весом или ожирением, а также с риском развития метаболического синдрома или с ним. И артериального давления у людей, относящихся к категории лиц с избыточным весом и ожирением. То есть, когда все с избыточным весом и ожирением, то ты начинаешь пить вей протеин у тебя все проходит, да, ИЛы снижаются, да, ТНФ альфа снижается, давление снижается, механизм действия непонятен, но вот так, так говорят Uh, ученые, которые <laughs> находятся uh, у компаний пищевых, да, uh, в гонорарах, гонорарах. Ну что тут можно сказать? Что тут можно сказать? Что тут можно сказать? Можно сказать, что uh, если вы зайдете в каждый этот систематический обзор, на самом деле соло-вей протеин там редкость большая, потому что там пол чё только не насовывает, и витамины, и Д, и так далее. То есть чистых РКИ, где ты берешь вей и пьешь вей там кот наплакал. Второе. Никто никогда в этих РКИ не учитывает практически общее потребление белка, потому что люди же едят еще курицу. Так вот, надо эти суммы проводить и сверху сыпать, соответственно, вей-протеин. И приравнивать количество белка в контрольных группах никто этим не занимается. Понятно, просто дают добавки, которые еще раз имеют кучу саплиментов, не только вей-протеина. А потом почему-то делается вывод, что вей-протеин снижает давление ИЛЫ или еще что-то. Поэтому, хотя, естественно, Umbrella Review, Amstar 2, этот высокий уровень, этот низкий уровень, много высоких уровней, но я не проверял э, за ними. Может быть... Это так, может не так, но надо бы, конечно, ну, если будет интересно, обязательно проверить. Но самое главное, я увидел, что как вы ставите высокий, когда соло, в протеин и не подсчитывается непосредственно uh, общее количество белка в рационе, но ну, это какой-то вот опять. Я его слепила из того, что было. Ну, как-то так. Uh... Ох, елки палки, сколько вы тут вопросов уже задавали. Что вы можете сказать про ШМБ? Артем, ну посмотри, у нас э, есть про ШМБ куча фильмов, набери ШМБ, веселая наука. И как раз там посмотрите э, работы по ШМБ. Посреди ночи трезвеешь и просыпаешься, накатываешь еще и опять засыпаешь. Ох, Казимер, красавчик, молодец. А, Б, разминка и сауна, это был как пример. Я имел в виду, как вы считаете, в течение какого периода времени мы получили на, на все возможные вопросы. Мы не доживем, Ром, мы, мы с вами это не увидим. Понимаю, что вопрос скорее философский, но тем не менее. Мы не доживем, не доживем. И количество калорий. Чего количество калорий? Чего это? Вы сами, с собой, сами же с собой, по-моему, знаете. А, и количество калорий, правильно, Алекс говорит, не учитывается. Конечно же, ну конечно же. Но я всегда говорю, Алекс, смотри, вот ты условно толстяк, да, условно жирня, который ведет аморальный образ жизни, ругается матом, кушает все подряд, да, в Макдональдсе и так далее. И вдруг ни с того ни с сего ты, тебя берут в исследование, Алекс, и говорят: ты будешь пить вейпротеин. Ну, согласись, твой, твой образ жизни изменится. Ну, конечно, ты автоматически поменяешь. Образ жизни. Поэтому, ну вот, ну, вот, ну вот, согласись, ты автоматически поменяешь образ жизни. А если ты поменяешь образ жизни, ты начнешь худеть. А начнешь худеть, у тебя давление снизится, это да, все улучшится, илы снизится. И вопрос: это вей-протеин или, или изменение образа жизни, который привел э, питье вей-протеина или то, что тебя взяли в исследование. Поэтому вот эти моменты надо, вот этот хоторнский эффект нужно снимать. Поэтому, в общем, к, этому, к этим исследованиям очень много вопросов. А Б. Фильмов о натуральных соках, информация о повышении заболеваемости раками. А есть корреляция с фрукторианцами? Да и, Сереж, я не, не изучал. Я вот вам перевел, записал, я что-то не вникал в это. Поэтому как-то я не вникал. АБ. Планируется ли выход книг про питание в силовых видах спорта? Ну, на самом деле, сейчас в издательстве лежит большущая книга. Они не успели в этом году выпустить это питание в Тхэк Вандо. 400 страниц. Представляешь? Кто мне задал? Гена, да. Ген 400 страниц, питание в Тэк Вандо. Значит, выйдет, наверное, в конце января она э, эта книга после праздников дальше мы планируем ну в начале года питание в борьбе борьба питание в самбо питание в теннисе это вот ближайшие книги которые выйдут ну в начале 24 года теннис самбо борьба пока на данный момент в силовых видах спорта ну мы не планируем мы не планируем Потому что, ну, силовые виды спорта, понятие такое собирательное. Если уж делать, тогда конкретно там в тяжелой атлетике, там, в пауэрлифтинге. Ну, пока ген не планируем. Пока вот то что, я, то, что наметили. И у нас запланировано в начале года выход учебника по антидопинговому движению, там, законодательству. Вот так. Да, привет, Сереж, привет. А как вы считаете или, может, знаете, крупнейшие метаанализы по Омеге подпортили ли доходы производителям? Я думаю, нет, Ром. Я думаю, нет. Ну, народ же, народ же не читает эти метаанализы. Народ слушает, вы видите кого, ютуберов, народ слушает врачей. Я думаю, что ни один народ не знает вообще, что такое метаанализ, кому это надо вообще. Как только принимать, Сергей пишет, так сколько принимать за раз белка? Я думаю, нужно принимать, ну, максимум. Ну, опять, кто вы, Сереж? Допустим, если вы фитнесер, 1 грамм на килограмм массы тела. Ну, крайний случай бодибилдер, и то, это, я не знаю, 1,2. Спортсмены любому с большими нагрузками, которые мышцы там что-то, 1,2 это потолок, потолок. Я так понял, продажным, ну, ну, не так нельзя говорить продажным ученым, так можно в суд попасть. Ну, как бы, мы наблюдаем за ними пока. Мы наблюдаем, лучше наблюдать. Так, ну вот вопросов пока нет. Значит, можно, вы знаете, отблагодарить. И у вас вот прикреплена ссылка на донаты, кому интересно, Сбер и так далее. Можно, соответственно, все это послать. И тогда давайте рассмотрим заключительное исследование, которое я обещал вам рассмотреть. А это исследование по лицину, которое вышла такая же большущая работа, как и Томелина этого, да. На самом деле, чем интересна эта работа, ребят? Это моделирование. А моделирование в науке считается ну, таким, да, методом познания самым высоким. Силуян любил вот моделированием заниматься, да, вообще это считается математическое моделирование, любое моделирование, это биологическое моделирование, скорее вот, считается, ну, вершиной там, да, вершиной познания. Хотя я вот так вот каждый раз, как если мы в модели берем неправильные, значит, цифры там и так далее, неправильное понимание модели, то модель будет вся кривая. Но все равно, если люди моделируют, да, у них в голове вот это построение модели, это приветствуется очень сильно в науке. Практически, пока практической значимости я особо не вижу, но как, как развитие мозга, как развитие каких-то вот все-таки научных дел, наверное, это интересно. В общем, работа, работа перед вами. Целью исследования было разработать и проанализировать кинетическую модель опосредованный лицином передачи сигналов МТОР и белкового метаболизма в скелетных мышцах молодых людей. Вот, значит, наконец-то они, обратите внимание, публикуют эту модель. Да что у меня пропадает? Ну что ты будешь делать? Что-то, видите, я разучился пользоваться. Вот, наконец-то перед вами правильная модель, ну как указывают эти ученые. И вот сегодня ребята задавали вопросы а когда мы с вами добьемся, да подождите, никто не знает, вот этот тропомициновый цикл еще оказывается, как правильно он там активируется лицином. И вот наши результаты показывают, что общие уровни вот этого P70S6K оказывают ключевое влияние на показатели MPC, которые больше чем динамические изменения уровней фосфо вот этого белка, что передача сигналов инсулина играет важную роль в балансе мышечного белка через свое влияние на MPB, А MPB это катаболизм, да? И на сам баланс. И что обратная связь, опосредованная P70, на МТОР может ограничивать MPC. И вот они с этим разбираются, строят, наконец-то, по их мнению, правильную модель кинетическую, и вот они говорят, мы вот сейчас взорвем. Практически, с точки зрения, ну, для вас, тренеров, практиков, там, нутрициологов, понятно, что фиг пойми, что они тут нарисовали, но с точки зрения построения моделей, да, научных каких-то вот экзерцисов, это вот считается так очень круто, очень круто. Но в очередной раз мы говорим, мы этих рисунков видели уже, блин, 100, 100 рисунков. Оказывается, это было неправильно, а сейчас мы разбираемся, и, соответственно, вот это вот правильно. Но нам, как практика, мы говорим, ну так лицин мы выпьем, бицушка-то расти будет. Но они говорят, мы этим не занимаемся, мы ученые, бицушка, пусть он Бреда Шонфет вам рассказывает, кто там чего будет расти, а мы вот занимаемся построением кинетических моделей. В общем, как-то так. Больше у меня новостей по белку, ребят, нету. Ну, все остальные новости вы видите непосредственно у нас с вами в ВКонтакте, когда публикуем PDF и так далее. Без остановки все, что новое выходит, вы, соответственно, все это читаете. Но вот более-менее интересные работы, которые возбудили вот как раз вот эту работу 100, 100 грамм белка лучше, чем 25, а 125, наверное, лучше, чем 100, вот это, конечно, интересное явление, которое перевозбудило весь научный бодибилдерский мир. И, естественно, они сделали вывод, что давайте пить 100 грамм за раз, да, за раз 100 грамм белка, и, соответственно, радостные производители вейп-протеина тоже обрадовались. Вот. Какие молодцы! Какие молодцы! Так, ну давайте, что у нас там с, с вопросами? Так, я куда-то перемотал. Ага, вот. Так, давайте вопросы. Саш пишет. АБ, что нового с Русада? Давно я что-то не был с Русада, как я уже сказал, новое будет, учебник выйдет, ну я думаю, выйдет там, да, в январе, ну январе, наверное, не выйдет, но, наверное, в следующем месяце выйдет э, учебник по, РУСА, ну, ну, по антидопинговому движению. Русада что нового? Ну новое, что с 1 января выходит запрещенный списк 2024, который я опубликовал еще 2-3 месяца назад на канале. Если не смотрел, Саш, обязательно посмотри запрещенный список 2024 и, соответственно, программ мониторинга. Но так по факту, по факту без остановки идут различные обучающие программы и так далее. Ну а что новое, что я вошел в научный совет Русада? если я вам не говорил, то многие ученые вошли в совет Русада и меня пригласили. Я стал э, представитель научного совета Русада. Вот если новый. А, Б, неплохо выглядишь. Какой процент жира? Что-то не мерил я давно, Александр. Да, сейчас занялся похудением. Надо померить. Давно не мерил. Думаю, пока еще много. А, мы доживем до того момента, когда народ придет к... К осознанию качественных метаанализов будет их использовать как нет, Роман, конечно, не доживем. Ты чего? И вообще, вы бы сами рекомендовали бы руководствоваться метаанализами? Им ну или нужно быть реалистами? Ром, ну, ну у нас другого вы... выхода нет, как только доказательная медицина. Какими еще реалистами? Реалистами это что такое? метаанализы метаанализы мета, -анализы, мета -анализы это хоть что-то, хоть что-то. Понятно, что эти метаанализы нужно совершенствовать, и каждый год они совершенствуются, выводятся новые чек-листы, вы, выводятся новые программы. Вот мы скоро будем тоже писать э, систематический обзор уже с новыми программами, с новыми чек-листами. То есть на самом деле сами метаанализы совершенствуются а к охранам и так далее. Поэтому да это единственное, что, на что мы вообще можем опираться. А если не будет метаанализов, мы будем опираться на что? Ну, на какое-то одно исследование, которое вот, вот, вот так вот, да, Трамелин провел, что ли? Ну, ну как? А, вот хороший вопрос Сереж задает. Появились фитнес-тренды? Нет. Я вот целыми днями, целыми днями слежу за колледжем спортивной медицины, за Томпсоном. Нету Нету фитнес-трендов. Ну, не знаю, может быть, они в последние дни выпустят, может быть, вот завтра, послезавтра, но нет фитнес-трендов. Хотя опросы были, все было, но не знаю, по какой причине они не публикуют до сих пор фитнес-тренды. Но надеюсь, что на следующей неделе они появятся. Поэтому вот так. А, Саша задает. А, нет, Жиротовка в каких месяцах планируется? Ген, пока не знаю. Пока не знаю, но по вес... весной будет. Весной сделаем обязательно. Зачем бодибилдеры сотрудничают с Русадо? Это же бред. Согласен, Саш. Согласен. Но скорее всего, они хотят иметь корочку. корочку. Мастер спорта. Саша, ну это мое мнение, не знаю, я могу ошибаться, поправьте меня. Они хотят настоящую корочку иметь мастер спорта. А чтобы ее иметь, настоящую корочку, потому что одно дело, я организовал какую-нибудь там DBL организацию, я организовал DBL и выдаю всем мастер спорта. Да, вот печать свою ставлю и, соответственно, вот. Так, ребят, у меня сейчас тут кто-то прислал, я сейчас посмотрю, донат, сейчас, сейчас донат получил, спасибо, сейчас я благодарю, сейчас отвечу на вопрос. И, значит, смотрите, э -э, чтобы получить мастера спорта настоящего, ну, настоящего, что значит настоящего, и тот, и тот настоящий, понятно, но они хотят государственного, да, чтобы было в министерстве, поэтому федерацию нужно зарегистрировать в министерстве спорта и РФ, правильно? Саша. И, соответственно, если ты регистрируешь в Министерстве спорта РФ, к тебе приходит русада, понимаешь, Саш? Поэтому они бы с удовольствием отказались бы, отказались бы, но они хотят мастер спорта, корочку настоящую. Это вот мое мнение, я могу ошибаться. А так, конечно, чего, чего, что, зачем? Ром, спасибо. Так, ну-ка давайте. Кто-то прислал донат. Кто-то прислал донат. Стенькова. Ребят, не знаю, но напишите, чтобы я кого благодарил. Значит, спасибо огромное, спасибо огромное за такой большущий донат. Да, спасибо огромное, потому что мы с вами помним, что всякое даяние блага. Спасибо, кто сказал, донат. Кто спасибо, спасибо огромное. Спасибо, 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 ребят, спасибо за, блага... за такое благодарствие, да. Спасибо. Так, Саша пишет, или госфинансирование, что такое госфинансирование? А, кого? А нет, бодибилдеров, госфинансирование. Но это им не светит, Саша. Они мечтали, конечно же. Но нет, нет, это не олимпийский вид спорта, а не олимпийский вид спорта, Саша. Госфинансирование нельзя получить, поэтому это, это не светит. Им. Я думаю, что корочка. Но опять же, еще раз, я могу ошибаться, я не знаю. Но мне кажется вот такая мысль. А госфинансирование все мечтают, но ты не олимпийский вид спорта не получишь. Занимаюсь силовым видом спорта Селуянов Влад Селуянов Селуянов это это который у нас министр какой-то вот Селуянов все через Е говорил можно делать развивающую тренировку между силовыми днями сколько раз в неделю и сколько подходов делать в развивающих тренировках слушай Влад ну почитай его если ты идешь по Селуяну посмотри он же должен был в книжку сказать сколько чего он должен делать развивающую тренировку вот и если ты хочешь же по Силуянову, он должен сам там что-то... Я вот уже не помню, Влад, что там по Силуянову, сколько раз в неделю делать развивающий тренировок. Честно, не помню. А, Б, был ли у вас опыт в армрестлинге? Нет, не, никогда в жизни. Никогда в жизни. Вообще не интересовал это. Я за всю жизнь на руках, ну, не знаю, может, раз стриблинг, и то молодости какой-то. Или на Олимпиаду. Но они не мечтали ли, об Олимпиаде, Саша. Они не мечтали об Олимпиаде, потому что, ну, кто их пустит на Олимпиаду? Ну, нет, нет, еще раз мечтать-то можно мечтать. Ну, это не сбывшаяся мечта, которая, ну, не знаю, она вряд ли, вряд ли вообще когда. Тем более. Ас, красавчик, я понял, спасибо, 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 Саш, спасибо тебе еще раз сердечку за донат, я понял от кого донат. Саш, спасибо тебе большое за большущий такой донат. Спасибо, спасибо тебе огромное. Спасибо. Спасибо, Саш. Я понял, понял. А то это не написано. Я не открывал, может, там написано. Так, спасибо за донат. Так, так, давайте еще вопросы. Вопросы будем закругляться, потому что сегодня, сегодня, кстати, Понасенкова стрим. Пойдем, кто фанат Панасенкова, пойдем смотреть, веселиться. А завтра заключительная рабочая неделя в этом году. Представляете, какая красота? Заключительная рабочая неделя. Я так устал, что еле до работы. Еле до работы. Что-то устал просто. Поэтому заключительная рабочая неделя. Давайте еще несколько вопросиков, донатиков. И, соответственно, помним, что всякое даяние блага. Лекция теперь по постоянной основе. Это был разовая лекция. Сереж, нет. Значит, это была разовая лекция. Потому что я, Сереж, проанализировал. Вот посмотри, внимание, внимание на экран. Внимание на экран. Внимание. Вот я проанализировал, Сереж, посмотри внимательно. Вот сверху идут, соответственно, шорцы. 14 тысяч просмотров, 10 тысяч просмотров, 10 тысяч просмотров, 10 тысяч просмотров, 7500 тысяч просмотров. И самое, самое большое просмотров с Васильевичем 6,8 тысяч, 6,8 за 4 года. Вот это все за несколько месяцев, да, вот это за несколько месяцев. А вот за 4 года самый большой стрим с Васильевичем посмотрели 6, ну почти 7 тысяч просмотров. А последние стримы, Сереж, посмотрели 500 человек, 1200 человек и 639 человек. Но я тебе задаю вопрос, Сереж, и зачем? Зачем мне это надо? Какое? Ну вот и зачем мне это надо? Я лучше запишу 10-секундный шортс, а, чем я, блин, с вами целый час сижу, в результате посмотрит 500 человек за, за 100 лет. Поэтому мы, соответственно, прекращаем э, э, стримы, да, как явление, и будем делать их раз в полгода, раз в год, да. Если я придумал, кстати, если кому-то интересно, чтобы стримы были, ну тогда вы должны каким-то образом это доказать. Я для вас сделал на бусте поставил цель, заходите с левой стороны сразу цель. Собрать 15 тысяч рублей на стрим. Кому-то интересно, собирайте 15 тысяч, стрим появляется сразу же, правильно? В воскресенье появляется. А так, стрим будем делать раз в год, раз в полгода. Ну, будет выходить что-то интересное. Интересное такое, ну что-то классное. И я тогда сделаю стрим. А так, если хотите на регулярной основе, собирайте раз в неделю пятнашку, да, и я тогда буду делать. Я буду понимать, мне пятнашка не нужна, вы сами знаете, но я буду понимать, что вам это интересно. А так я понимаю, что вам это абсолютно неинтересно. Есть нас 10 человек, Сережа, Сережа, там Саша, Гена, 10 человек, которым стрим нужен. Ну, ребят, ну, 10 человек, я вас люблю, обожаю, я для вас фильмы пишу, да, вот, и я согласен там раз в полгода, раз в год проводить стрим, вам 10 человек, которым интересно, остальным это просто неинтересно, ну, тогда, ну и что? Я буду шорца писать, смеяться, ржать и потом читать комменты э, под шорцами. Ну, просто мне смешно, честно. Но этот шорц он записывается э, одна минута, 30 секунд, 40 секунд. Поэтому, пока мы прекращаем, возможно, я попробую, если мы 30 тысяч подписчиков соберем и, соответственно, попробую на регулярной основе после 30 тысяч подписчиков, либо на платной основе, пожалуйста, Кидайте, да, и, соответственно, это. Так, Гена, 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 красавчик. Гена прислал донатчик. Сейчас, Гена, подожди секунду. Ген, спасибо тебе огромное. Спасибо тебе огромное. Спасибо, Ген, за донат. Спасибо огромное. Тебе Ген. Спасибо за донат. Спасибо, Ген, что поддержал. И так далее. Пу -пу -пу -пу. Согласен, согласен. Ну и правильно, вот ребята, молодец. Андрей Боярш... Бояршинов согласен. Ну, потому что ну, ну, правильный, Андрюш. Ну, сидеть, блин, готовиться, часами тратить, чтобы посмотрел 500 человек. Ну, кому, ну кому это надо? АБ на силу Один, что такое? 100, так, понял. День. 7 дней в неделю. Или 3 по 97 дней в неделю. Так. Попробуй 3 по 90. Попробуй 3 по 90. С Васильевичем совместно стрим планируется. Ну, смысл в нем. В нем нет смысла, ребят. Собирайте пятнашку и будет стрим с Васильевичем. Без вопросов. Нет смысла в нем. За 4 года стрим с Васильевичем посмотрел 5000 человек. Это что, нормально? Ну, вы серьезно? Вам так нужен стрим, что 5000 человек за 4 года? Ну, это, ребята, нет, не серьезно. А Б, шорты три сына ждем. Хорошо, сделаю. Артем, привет, привет, привет. Артем, ну, посмотришь потом, потому что мы уже заканчиваем. Если вопрос есть, задавай. Стрим супер, спасибо за наступающим год. Спасибо, Алекс, спасибо. Значит, обязательно запишу поздравления, да, со вдовой. Да, обязательно запишу. Либо в шорцах, либо, ну, посмотрим. Так, ну давайте, вопросы есть, и будем заканчивать. Будем заканчивать. Не поздравляю вас с, с, с Новым годом еще, потому что поздравлю, отдельно запишу. И, соответственно, поздравления э, запишу. Потому что еще до Нового года, еще целая неделя. Поэтому, что поздравлять? Да, 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 Сереж. Вот. Значит, ч, что поздравлять? Поэтому не поздравляю вас с Новым годом. А желаю. Мышцы и здоровье... Да, конечно, Артем, конечно. Мышцы и здоровье есть корреляция, огромное количество публикаций, и продолжает эта публикация поступать. Поэтому мышцы и здоровье есть корреляция. Запишу, кстати, на днях, на этой неделе, запишу вам фильм интересный, да, вот как раз про мышцы, ну, можно так сказать, со здоровьем, да. Так, Александр Викторович. Оп, а Александр Викторович. Оп, стоп, 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 стоп. Александр Викторович послал донат. Александр Викторович послал донат. Ну что это? А я тут сижу. Так, Александр Викторович, давайте-ка вам. А что он не играет? Александр Викторович. Спасибо большое за донат, Александр Викторович. Спасибо, спасибо, что поддерживаете канал и что с нами Спасибо. Огромное количество сердечек вам, естественно, посылаю. Спасибо. Спасибо, ребята. Вы у меня сегодня прям на, на вдову клюко Запишу на днях э, хороший фильм, как раз очень интересный, по мышечным волокнам. Вот э, интересная, интересная вещь. Так, фитнес-тренды выложить тогда, плиз, или фильм? Спасибо. Да, я фильм сделаю, Сереж, по трендам. АБ. А. Ваганс в какую сферу намер... Намер... намеревается идти? Он сейчас э, ходит в Сеченский университет на, на дополнительные все эти врачом. А вот на какую сферу врачом собирается стать? Э, в Сеченском сейчас учится, но имеется в виду, как дополнительное обучение, да? А, Александр Александрович, а ты на к... врачом каким будешь? Тебя спрашивают здесь. Хирургия. Хирургия, хирургия, Роман. Вот он сейчас кричит: хирургия. Хирург! От слова... В хорошем смысле. Вот, будет хирург. Так, давайте еще вопросики, да, будем закругляться. Как раз ровно час у нас был стрим. И кто еще не успел кинуть донатики, то можно... О, тут как раз город Канта ждет вас. Спасибо, это читаю. Как раз вы писали мне. Спасибо, Александр. Спасибо, спасибо, Александр. Александр Викторович, спасибо, спасибо. Я уже сердечки, уже с музыкой послал вам, если вы не видели. Спасибо, Александр. Запишу. Роман, молодец, кто не эндокринолог. Там бога нет, да, согласен, согласен. Хирург будет, хирург. Так, ребят, ну что, давайте закругляться. Значит, вы большие молодцы. Uh, я буду всегда с вами, да, я буду на канале писать uh, фильмы, иногда по возможности, когда будет возможность и uh, будет интересная тема, буду, конечно же, продолжать стримить, но не в таком регулярном характере, потому что, сами видите, эти стримы никому не нужны, кроме там 10-15 человек, там, да, которым это интересно. Вот, но все равно для вас, для 10 до 15 человек, буду, ну, по возможности делать стримы. Поэтому не прощаемся. С Новым годом еще не поздравляю, потому что еще целая неделя. И я отдельно запишу поздравление вам. Вы большие молодцы и да пребудет с вами сила, дайте ручку возьму, доказательной медицины.